Привет, друзья! Сергей Котляров на Ютубе. Этот он. Смотрю вот по количеству просмотров у блогеров, по подписчикам. И вот как пошлый анекдот, до сотни тысяч за один в этот ролик. Ну, я своим скудным умишкой там прикинул. Думаю, ты давай на старости лет и я начну продумать в это что-нибудь, ну, в эту тему, вы поняли. А тут вспомнил случай, товарищ рассказывал еще в эпоху СССР, оно что тогда границ же не было, и таможни не было, ну и послали с предприятия в Грузию на автомобильный завод раньше, помните, выпускали колхиды, но не машина, а такая порнография в это какая-то. Ну, а заставляли брать предприятие. Ну, и поехал он, короче, за машиной. Говорит, еду уже в Грузии, по грузинской в этой дороге. Говорит, смотрю, знак в этой дорожной круглый, и написано «не». Ну, говорит, думает, кто его знает, что он за знак. Ну, нету такого знака ж. Ну, вот когда правила изучаешь... Думает, ну, хер знает. Ну, короче, ладно, думает. Ну, едет же в это дальше, сам думает, шушина это самое. Такое. Едет в это дальше. Смотрит еще один знак. Круглый и ящик из-под пива нарисованный. Он такой стал, думает, блин, ты что такое? Взял книжку, справочник, это ж открыл, смотрел, нету такого знака. Он вообще в недоумении, думает, да что такое, елки зеленые. Ну ладно, думает, хи-хи, поеду в это дальше. Едет в это дальше, смотрит опять круглый знак, и на нем член в это нарисованный. Он перепугался. Думать, мое, сейчас, наверное, меня отымеют. Он по газам и летит. Летит, и тут пост в это ГАИ, ну, грузинский. Останавливает его, спрашивает, что это вы правила нарушаете? Он, да ничего я не нарушал, я строго еду. Он говорит, вы знак... Круглые знаки. Видели? Он говорит, ну видел, конечно. Видел, говорит, вот на первом написано буква «не». А этот же гаишник говорит, ну дальше. А на втором какой-то ящик нарисован. Он говорит, не ящик, а тара. А, ну понятно, дальше. А на третьем, говорит, а на третьем, говорит, там вообще член. Он говорит, не член, а пися. А теперь прочитай вместе. Не торопися. Поняли? Вот такие дела, ребята. А то, знаете, пошел сосед тут у меня, рыбак. Ну и пошел на рыбалку. Смотрю, несет карасей. Тут у меня... Окна на улицу выходят. Смотрю, карасики там линьки. Ну, я вышел, говорю, привет, ну что? Того, говорит, карасей поймал. Ну, хорошо. А потом смотрю, один день, он, говорит, ну, смотрю, бегом прямо бегит. Ну, а озеро у меня в конце огорода. И он бегом бегит. А сам, ну, уже в возрасте зубы там то есть, в это-то нету, а то рот раскрытый. И в это все зубы. Я вот скаку, я услышу, что такое? Он, Петрович, извини, некогда, поймал золотую рыбку, она мне загадала, ну, попросила, чтобы я ее отпустил. И это самое. И сказала, что выполню три желания. Я говорю, ну, так а что ты бегишь? Да первое желание я загадал. Чтоб зубы у меня все были и были как у молодого. Бегу показать в этой жене и спросить у нее, что еще показать. Я говорю, ну такое дело беги, а то, что она тебя ждать же не будет.
в это полдня, оно еще погода плохая. Я говорю, волна сейчас собьет, она уплывет и все. Он побежал. Нету, нету, нет. А я ж, она же интересно, знаете, стою, жду, думаю, что ж она, что ж будет. Смотрю, бегит. Я говорю, ну что, ой, некогда, побежал я, приходи вот, на озеро. Ну, побежал и побежал. Я ж пришел, пока тут дома, то все, смотрю его, а сам же поглядываю. Его нету, 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 не думаю, да что такое, я одеваюсь, ну, как оделся, у шортах я был, и тапочки, шляпу от солнца одел, пошел. Ну, а озеро, я же говорю, тут 50 метров от калитки прямо. Пошел, прихожу, он стоит. Я на него как глянул, ребята, вы не поверите, везде одни мужские члены растут по всему телу. Я говорю, я ему говорю, слышишь, что случилось? Он говорит, а пробежал же к жене. И говорю, глянь, вот уж рассказывает, поймал золотую рыбку, она мне сказала три желания. И это самое. Так я, говорит, загадал, чтобы 32 зуба у меня были все, как у молодых. Я говорю, ну я видел. А жена что сказала? А жена, говорит, сказала, лучше бы тебе золотая рыбка тебе дала 32 члена, как у молодых. И они вот это и повырастали. Я говорю, ну так, а что вы стоите? И рыбка на волне, волна, так знаете, кыть, кыть. А он говорит, да не знаю, рыбка в это что-то думать. Я говорю, так а ты спрашивал, что она думает? Да не. Я спрашиваю, говорю, рыбка, рыбка, а что ты в это думаешь? Она говорит, а думаю теперь, куда этому идиоту 62 яйца прицепить у все тело, у члена. Понимаете? Так что вы, рыбаки, осторожнее. Рыбку вы выпустите, если поймаете, лучше сразу выпускайте, а то не буду знать, что с вами делать. Пока-пока.